12 мая было внесено соответствующее изменение в указанное распоряжение, и с 15 мая этот пункт признан утратившим силу. То есть теперь с указанной даты все права льготных категорий граждан на бесплатный проезд на всех видах общественного транспорта на территории Ростовской области восстановлены. По городу Азову проведена соответствующая разъяснительная работа с руководителями транспортных организаций. Насколько я видел, уже об этом висят даже объявления в общественном транспорте. Можно ездить, можно пользоваться соответствующими льготами. Федеральные льготники, которые приобретали проездные билеты на апрель текущего года, но не смогли ими воспользоваться в связи с этой ситуацией, могут этими билетами воспользоваться включительно по 31 мая текущего года. Мы работаем по предварительной записи, понедельник, вторник, среда. Записаться можно по любому из телефонов, которые указаны у нас на объявлении. На сайте администрации можно посмотреть. По предварительной записи мы принимаем по всем вопросам. Но хочу также сказать, что, насколько мне известно, МФЦ города Азова в полном объеме возобновила свою работу, тоже по предварительной записи. Поэтому можно обращаться в том числе и туда.